Сейчас многие крещеные даже и не знают, зачем они крещены, в чем суть веры и что им это может дать. А так много людей и так мало священников, и то, что священник общается со студентами, это просто вероятность на уровне какой-то статистической погрешности. Поэтому сама возможность очень ценна. Здесь много верующих ребят-студентов, здесь есть верующие преподаватели, здесь особая память о святителе Луке, верующем и враче, и епископе. Поэтому здесь это очень как раз органично и нужно. Вообще мне было очень интересно, хотела попасть на эту встречу, слышала про отца Анастасия, он к нам приехал издалека, было интересно послушать вообще, кто он, что из себя представляет, и как бы, ну, остались положительные впечатления, если честно.